будет под контролем одной диспетчерской. Теперь работа службы скорой помощи Иркутска и Иркутского района. Сейчас у разных подразделений разные службы и координации. Это увеличивает время прибытия врачей к пациентам. Чтобы решить эту проблему, предложили объединить службы скорой помощи Иркутска и Иркутского района. В регионе подобной практики еще не было, а вот во многих других регионах страны объединенная скорая действует уже несколько лет. На сегодняшний день одна из главных проблем скорой помощи заключается во времени приезда бригады к пациенту. Для того, чтобы добраться до отдаленных населенных пунктов, многим скорым приходится ехать через весь Иркутск. Это обусловлено географическим положением города и района. Вот сами представьте. Город Иркутский район, центр, и скорая помощь находится в Дзержинске, а обслуживает Максимовщину и Мамоны. Разве когда-то можно доехать из Дзержинска до Мамон за 20 минут, который существует норматив? Невозможно, невозможно, через весь город. Система должна заработать в течение 2016 года. Сейчас производится сбор статистики. Например, в какие районы скорая выезжает чаще. Первым делом планируется создать единую диспетчерскую службу, которая объединит не только Иркутск и Иркутский район, но и такие города, как Шелихов, Ангарск и Усолье-Сибирское.